Необычный велопробег «Память» в честь 90-летия со дня освобождения Дальнего Востока от японских интервентов финишировал в Благовещенске. Его участники проехали более 700 километров от поселка Бурея до областного центра. Путешественники побывали в тех районах, где установлены памятники погибшим амурским партизанам. В селе Ивановка такой монумент тоже есть, и именно там с участниками велопробега беседовала Светлана Сотникова. 722 километра на велосипедах от Буреи до Благовещенска. В пути велосипедисты провели неделю. Проехали Архару, Грибовку, Завитинск, Поярково. В каждом населенном пункте встречались с молодежью и вспоминали подвиги амурских партизан. У памятников боевой славы и у братских могил оставили десятки цветочных букетов. Говорят, это меньшее, что могли сделать. На всех возложение цветов, фотография, общение с молодежью, делились опытом. То есть, допустим, если мы в Архаринском районе собрали какую-то информацию по их, значит, памятникам и захоронениям, то уже в Завитинском районе они рассказали про свои, а мы поделились с молодежью то, что мы уже знаем, то, что нам рассказывали в других районах. Сначала в велопробеге участвовали 7 человек. Один сопровождал велосипедистов на машине для безопасности и на случай технических проблем. Таких в пути, кстати, почти не было. Жаловались путешественники лишь на погоду. По пути, ну вот когда ветер там или в бугор вот едешь, там подъем уже есть, там ну трудно туда заехать, велики закатывая. Ну, а сложностей таких там больше не было. Дружно, весело, едем, песни поем. Кто-то даже поддерживает, там проезжает, сирены, там вот фуры идут, там, ну и мы там радостные, там им там всем привет все передаем. В Тамбовке к велосипедистам присоединился еще один путешественник, в Ивановке трое. Для них велопробег растянулся лишь на 32 километра. Молодые люди говорят, что на первый раз и этого достаточно. К такому длительному пути нужно готовиться тщательнее. Нам этого, мне кажется, будет достаточно. Ну, с Новобурейска, с Буреи мы, наверное, только на следующий год свою отдельную поездку сделаем сами. Вот группа вот, у нас единомышленников, 3 человека есть. Мы вот хотим, да, вот не знаю, как администрация нас поддержит или нет. В Бурее велосипедисты планируют вернуться на автобусе и уже сейчас начнут копить силы на следующий велопробег. Светлана Сотникова, Эдуард Еворский, Новости дня, информационное агентство «Порт Амур».